пятачок увидел на дорожке странный предмет. Когда он дотронулся до него, то понял, что перед ним настоящий живой ежик. «Доброе утро!» — улыбнувшись, сказал ежик. «Но сейчас совсем не утро!» — удивился пятачок. «Я собираюсь ложиться спать!» — ежик засмеялся. «А мой день только начинается!» Ежик начал искать, чем бы ему позавтракать. А пятачок отправился домой и улегся в теплую постельку, чтобы поскорее увидеть интересный сон. Ух ты! Мне уже пора начинать передачу. Здравствуйте, мои маленькие друзья-телезрители. Конечно, конечно, это снова я, Левушка. И вы уже наверняка догадались, что разговор у нас сегодня пойдет о ежиках, как мы с вами и договаривались. Да, еж серьезный, суровый, ты его не возьмешь. Иглы выставил грозно, ощетинился еж. Под густой ежевикой некий зверь завизжал, что колючки ежихи горше всяческих жал. Ёж серьезный, суровый, ты его не возьмешь. Иглы выставил грозно, ощетинился еж. Под густой ежевикой некий зверь завизжал, что колючки ежихи горше всяческих жал. А под старой елкой ждут ежата ежих, чтоб прижаться к иголкам, не колючим для них. Конечно, для маленьких-маленьких ежат колючки ежихи не колючие совсем, потому что у них самих иголки. Вот. То, что ежик колючий, знают все. Но зачем ему нужны иголки? А затем, что иголки эти защищают ежиков от врагов. И у взрослого ежа бывает до 16 тысяч таких иголок. Как только еж почует малейшую опасность, он тут же сворачивается в тугой шарик-клубок и попробуй-ка его разверни. Ничего не выйдет, только рискуешь уколоться больно-прибольно. А он еще пыхтит и подскакивает, этот шарик. Дескать, не трожь меня, уколю. Защитное поведение. Ну а под колючим панцирем ежик мягонький, пушистенький, зубки у него мелкие и брюшко незащищенное тоже мягонькое. Не будь колючек, ни почем не выжить бы ни одному ежику, ни всему ежиному роду. Но, как видно, неплохая эта защита иголки, раз ежи живут на земле уже 50 миллионов лет. Многие виды животных за это время появились и исчезли с лица земли, а ежики все живут себе, потому что неплохо приспособились к окружающим условиям. На зиму все ежи залегают в спячку, а проснувшись, начинают сразу же жадно поедать всяких насекомых, слизней, полевых мышей, врагов будущего урожая. Тем самым они приносят большую пользу. А летом ежики любят полакомиться ягодками, да и грибками. Между прочим, по поведению ежиков можно предсказывать погоду. Ну, скажем, например, чтобы угадать, долго ли продержится зима, достаточно проследить, как ведет себя ежик 2 февраля. Если зверек, выглянув из норки, возвращается тут же домой досыпать, значит, зимняя погода не уступит весне, ну, по крайней мере, недель 6, это уж точно. Ой, я еще много интересного могу рассказывать из жизни ежиков, но это будет уже в следующих передачах. А сейчас пора смотреть мультфильм. Сказка кончилась, пора спать, дружочки, до утра. Над кроваткой сон кружится. Мой рассказ вам всем приснится. А я желаю вам сказочных снов и прощаюсь до завтра, друзья мои. Пока!